Добро пожаловать, мои хорошие, меня зовут Алексей. Сегодня в видео у нас новая бродилка-страшилка, где будем бегать за медиума Алекса и нужно изгнать Архонта 6 уровня, в общем, в мир духов, а также Астрала. Это вот, в общем, из описания Стима. Давайте побегаем. Ох, бляха. Да уж, я постоянно персонажам говорю, хватит шароюбить где-то по ночам, там по лесам, но так иначе меня, похоже, не слушают, и вот начинается всякое в канале. Demonios, sembrando miedo y muerte. Me dirijo a un lugar donde hubo mucho dolor. Tres personas fueron asesinadas. O quizá más. Tengo que encontrar la fuente de energía oscura. Чего? Весело. Наш персонаж, похоже, испанец. Братан. Ой. Альва. Альва. Ани. Estoy en el lugar. ¿Sabes si has visto actividad reciente? No lo creo. El lugar ha estado abandonado por años. Las personas se alejan del sitio. Dicen que sienten algo extraño cuando se acercan. Sí. Ya lo siento. Ten cuidado, Alex. Es un elemental nivel 6. Sí, lo sé. Gracias, Ani. Nos vemos. ¿Чего? Так, давайте немного осмотримся. Я специально вырубаю постоянно фонарик, потому что если зайти в табуляцию, то можно заметить, получается, наш дневник. Снизу я вижу здоровье и даже заряд батарейки нашего фонарика. Поэтому, в общем, по возможности лучше его, в общем, использовать. Братан, хорош трындеть. Дальше пройти не можем, я так понимаю. А хер его знает. Ладно, давайте бежать дальше. Наш персонаж, получается, может бегать, прыгать. Хорошие навыки, когда нужно съябывать от всяких страшилок. Так иначе, наш персонаж испанец, поэтому я знаю, как изгнать Архонта. Есть такая замечательная группа Il Niño, испанская. Можно врубить, и он банально испугается. Ага, да, в общем, давайте бегать без фонарика, потому что, опять же, заряд сажается, и в ответственный момент, в общем, может случиться неприятные инциденты, когда у нас заряда не будет, да, и, в общем, прикольный эффект капли по монитору, в принципе, достаточно графониста, но так иначе давайте не заморачиваться, тем более пока не ясно чего, почему, в общем, куда бежим, опять же. О, давай, давай. Ох, бляха, так, в общем, дорога становится уже, и похоже, а ну. О, хорош. Так, более-менее уже понятно, луны нету, но достаточно светло, поэтому давайте бегать без фонарика. Это что за херня? Да, уж, пытаются нас напугать, но где наша не пропадала? Это чё за... Бляха, светлячки похожи. А ну. Оу. Ты кто есть? Можем подбирать. Хорош. Этер. Una sustancia energética que me ayuda a recuperar la energía. Ну, опять же, наш персонаж медиум. Похоже, это какие-то духи, которые в будущем нам помогут. Оу. Иди на свет, сын мой. А ну. Нужно подниматься выше. Давай. Оф, бляха. Местами очень плохо видно, поэтому время от времени врубаю фонарик. Но самое главное, в общем, экономить наши заряды. В общем, добираемся до каких-то болот, похоже. Обалдеть. О, нихера себе есть. А свет не может не радовать. Но не самая лучшая затея шароебить, опять же, по ночам и... Бляха, склеп, похоже. Братан, давай лучше назад. Ой, страшно. Но пока вроде все хорошо. Вот. И давайте уже добираться до дома. Ну. О! Отличное место. Диван тебе, пожалуйста. Остаемся, да? Потому что шаробить где-то по дому не самая лучшая затея. Ребята, поздравляем, мы с вами подбираем больше зарядов для нашего фонарика. В общем, можно активировать и пополнить наш заряд.
Хорошо, ну опять же, впереди там я вижу фонарь, давайте до него доберемся, и, в общем, будет понимание, куда бежать дальше. Ну, судя по всему, нужно попасть в этот так называемый склеп, я вижу, даже есть автосохранение, поэтому если будет какая-то херня, то сможем, в общем, продолжить дальше. Пока не ясно, в общем, откуда в такой тьме тараканий, в общем, напряжение, так скажем. Вам письмо. Дебилы. Да уж, но никто не выходит. Пройти на шару не можем, в общем, давайте бежать вдоль забора и, может, сможем где-то найти дыру, хотя забор не такой уж и большой, поэтому если погонится какая-то херобора за нами, можно будет спокойно перелезть. Сразу научиться уже как Assassin's Creed лазить. Вон он, че, Михалыч, давай. Может, опять же, прыгать и вот, в общем... О, не поваляешь, не поешь. Хорош. А ну покажешь. В общем, какое-то заброшенное здание. А ну. Да уж, это было бы наивно. Но, похоже, давайте, ребят, побегаем опять же, да? Возможно, где-то запрятан ключ. Хорошо. Подбираем, в общем, больше зарядов. И фотография 9 на 12. Мне жаль. Братан, хорош там триндеть уже. Ну. Ой. В бляха. Так и быть, в общем. Светомузыка, в общем, давайте бежать дальше. Опять же, в общем, череп уже намекает на то, что, братан, лучше дальше не соваться. Я как бы и не хотел. Мне жаль. I'm sorry. И пройти, похоже, не можем. В общем, ребят, давайте выбираться наружу. Тем более поставили ящики. И нужно найти, в общем, какой-то проход-переход. Похоже, можно окольными путями как-то попасть внутрь. Хотя я, в общем, не самая лучшая затея, да? А ну. Братан, давай. Tengo que encontrar la forma de entrar al lugar. Ты хорош там триндеть, давай лучше забирайся, а ну. Во, неужели? Да уж, не поваляешь, не поешь. В общем, я вижу горку, давайте, ребят, заберемся, вообще понять, куда бежать дальше, вот. И пока, в общем, не ясно. Так, получается, мы с вами притопали справа, я там вижу, слева можно пройти, но это не точно. В общем, шароебить я где-то по болотам ночью, когда идет дождь, не самая лучшая затея. Вообще, в идеале лучше бы взял кого-то, но... Чего? Это, бляха, машина, похоже, наша. Это фонарь. Да уж. Бляха, братан, беги до машины лучше, ей-богу. Но так или иначе, шароебить рядом с фонарем не самая лучшая затея, потому что если появится какая-то страшилка, спокойно может нас запалить. Давайте бежать дальше, тем более вижу там следующий фонарь и... Бляха, склеп, похоже, какой. А ну. Бляха. Так, а что это за синяя херня какая-то? А ну. Бляха. Каляка-маляка, опять же, да, и я вижу... Поздравляю, ребята, мы с вами, в общем, надыбали ключ и куча свечек, да уж, крест. Похоже на какую-то трансформаторную будку, но, похоже, больше ничего не вижу, поэтому есть маза бежать назад, но, опять же, это не точно. В общем, давайте лучше не баловаться нашим фонариком, тем более заряд не бесконечен, нас сохраняют и можно возвращаться назад, опять же. Por alguna extraña razón. Bajo la noche, puedo sentir más la presencia de los arcontes elementales. Ya saben que estoy aquí. Чего? Братан, все хорошо. Бежим дальше. Бляха, тревожная музыка. Ой, не к добру, ой, не к добру. Так, подожди, показывай. Ой, просто куча бочек, покрышек. Похоже, раньше, не знаю, была какая-то автомастерская, но так иначе ничего полезного для себя я не вижу. В общем, ребят, давайте бежать. Тем более у нас есть ключ и можем, похоже, попасть внутрь. Но, опять же, ворота, похоже, заперты, поэтому придется опять окольными путями, в общем. Светомузыка. Та-ра-та-ра-та-та. Так, а что у нас там вообще по заряду? Постоянно, в общем, сажается наш фонарик, так называемый, да? И пока не ясно, на кой хер я брал эти духи.
Вот, возможно, опять же, в будущем нам помогут. Во, хорош, Ассасин Крид, ёпта. А ну. Так, похоже, чего-то я не понял, а ну. Если бы не переводчик на телефоне, в общем, долго бы страдал. Короче, правая клавиша мыши. Братан, лучше не суйся, ей-богу. Cuando llegué al sitio, nunca había sentido algo igual. Un escalofrío inquietante recorría todo mi cuerpo. El arconte deambulaba por aquí. Almas perdidas en este lugar, encuentren la luz. Ahora yo me encargo. Salgan. Я понял, давай уже. О, неужели? Bien, este es el lugar. Tengo todas mis cosas. А ну. Vamos a echar un vistazo. О, нихера себе. Зажигай. Так, получается, у нас помимо фонарика, оказывается, есть еще зажигалка. Вот. И... О! О, хорош. Она похуже, получается, фонарика, но, опять же, в ближнем расстоянии, так, скажем... В общем, похер. Более-менее светло, поэтому давайте бегать по дому и... Че лагает? Ага. Че он лагает? Он, похоже, этого архонта прогружает. Он сам достал. А ну. Фотография. А Дэвид на 12. Папара-пара-пара-пара. Ща наведем суету, ей-богу. Так, ладно, давайте, в общем, бежать назад. Вот, можем пройти дальше. А нет, не можем. А ну. Ага, хорошо. В общем, одно только направление. Вот. И давайте лучше... Зажигалка даже получше, по-моему, да? Ага. Это страшное место, где обитает архонт 6 уровня. Ребят, не хухры-мухры, 6 уровень, ёпта. Вот. Но так или иначе, в общем, фонарик очень яркий местами, и можно пропустить какую-то полезную вещь. Но пока ничего такого не вижу. На самом деле, лучше выбираться наружу, чем нежели шаробить по какому-то дому в темном лесу. Вот, но наш персонаж непреклонен и пытается изгнать страшных духов. Ха, давай. Ой, паучок. Se siente una energía densa. Ага, я понял, я понял. В общем, ящики пощупать не можем. Вот, и... Во, хорош. Братан, остаемся. Остаемся зимовать. Папарара, папарапа. Покаж. Ага. Можем, похоже, прятаться в шкафу, как это есть в том же самом Outlast. Но так иначе. Блях, нихер тебя колбасит, братан. Ох, а ну покаж. Так, подожди, я нихера не понял. Но так иначе, а ну. Да уж, камеру сильно размывает, поэтому я даже... А ну. Ага, в общем, ничего сделать не можем, поэтому давайте выбираться наружу. Но опять же, мы везде уже побегали, поэтому хер поймешь, куда, чего. Ага, и что это было? А ну. Ха. Бляха, в душе не ведаю, но, похоже, можно взять я с собой в туалет, почитать, и в этом плане все хорошо. В общем, продолжаем бегать по этому сраному дому. Братан, хорош тебя постоянно колбасит. Еще даже противника не было, а тебя уже... Ага, а ну. Давайте возвращаться назад и, похоже, сможем пройти дальше. А ну. Архон, блядь, выходи! Да уж, чего-то похуже я не понимаю. В общем, давайте бежать дальше. Вот, пока не ясно. Я уже везде все побегал, пощупал. Вот, нашего персонажа местами колбасит. И, в общем, пока не ясно. Давай.
Во, остаемся, запираем и пошел нахер Архонт. Самое безопасное место. А что, свет есть, как бы, все хорошо. Туалет есть, чисто, да, там, немного прибрал и уже хорошо. Жить можно. А ну. Нашел еще картину, можешь ее подвинуть и, возможно, это как-то поможет. Я уже, ей-богу, задолбался бегать по этим помещениям. А ну. А, чего? Бляха, что-то подбираем. А ну. Ну, опять же, это моя, похоже, невнимательность, да? То есть, а ну. Братан, нихера у тебя лапа. Ха, похер, в общем. А ну. А, смотри, вон о чем. Там, благо, это херовина. Подожди, что мы под... Кей. Уже можем пройти. Да неужели? Фуф, бляха, похоже, я не ошибаюсь и можем пройти дальше. Во, во, хорош. Архон, блядь, я иду за тобой. Давай, похер. Да любой уже открывай. Вон он че, Михалыч. Бляха, не поваляешь, не поешь. Обалдеть. А ну. Ой. Ай, это че было? Братан. А ну. Архон, блядь, ты где? Запрет нас еще, ей-богу. Вот. Это гато. Где он? Ой. Братан, все хорошо. Так, покаж. Ни хера не вижу, а ну. Сука, фонарик не работает, ей-богу. А ну. Вау, ни хера себе, а ну. Да подожди, братан. Сука, я попасть не могу. А ну. Ага, похоже, ее больше подобрать нельзя. Хорошо, у нас есть уже ключ. В общем, давайте пощелкаем разные наши. У нас же дохера. О, пожалуйста, зажигалка та же самая. А ну. У нас же была даже батарейка, так что можно спокойно будет пройти дальше. Вот, давай. Нет? Хорошо. Бежим. Во. О, пожрать тебя, пожалуйста. Как бы в этом плане все хорошо. У нас уже очень много батареек, поэтому можем спокойно пользоваться нашим фонариком и даже не переживать. О, на шару. Давайте опять же побегаем, пока зажигалка. В этом плане все хорошо. О, давай, вот. Неужели? Фу, бляха, опять на улицу. Обалдеть. Давайте, мои хорошие, заканчивать видео и подводить итоги. Ну, в общем, бродилки-страшилки не моя тема, хотя, знаешь, местами нагоняют саспенса, ну, а также достаточно графуниста. Опять же, решать вам, стоит в стиме 420 рублей и, в общем, пишите ваши комментарии. Ну, а если видео понравилось, большой палец вверх, также подписывайтесь на канал, есть группа ВКонтакте. Всего хорошего, позитива, удачи и пока-пока.